Всем привет, друзья! С вами я, отец-одиночка Нюкем, и мои приемные дети. Смотрите, где мы сейчас находимся. Мы катаемся на ледяной горке. Вот такую вот приблуду нам сделали власти этого города. Мне очень нравится, очень нравится, очень прикольно. А особенно нравится детишкам. Вот катается, только что-то, походу, у кого-то слишком большой коэффициент трения. Но не беда. Ой, блин. Какой-то снег странноватый здесь. Ладно, детишки, все, накатались, пойдемте домой, пойдемте домой. Там мы сейчас даже дедушку встретить. Эй, Наташка, куда полезла? В помойку, ну-ка назад давай. Отсюда все пойдемте со мной, с папой пойдемте. Кто папу будет не слушаться, тот не получит вкусняшку. Все, идемте, идемте встречать дедушку. Кто не знает, ребята, к нам приехал, ну, точнее, ко мне приехал дед, и он совершенно не ожидал, что у меня оказываются дети, потому что детей он, типа, не любит. Но ничего, вроде пока уживаемся с ним, но на самом деле он маленько странный. Так, вообще-то мы с ним договаривались, что он будет около входа в Викторию. Ребята, посмотрите под елкой, там случайно дедушки нету? Дед! Куда он делся, старый, блин? Ай, походу не пришел. Блин, ну, мы так-то хотели в магазин вместе сходить, типа, ну, как-то воссоединиться с семьей, там, домашний ужин. Только что-то его, походу, нету. Блин. Ёкалмэ, он же старый. А вдруг что-то случилось? Так, блин, не-не-не. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Нет, ну все-таки лучше проверить. Так, детишки, давайте быстро домой. Быстро домой. Что-то с дедушкой, видимо, что-то нехорошее случилось. Так, быстро-быстро-быстро. Ёкалмэ. Блин. Неужели проспал? Ну, надеюсь, что проспал. Так. Внизу. Смотрим, так, в магазинчике его нету. Нету, нету, нету. В туалете нету. И не закрыто. Блин, где он? Да, давайте разделимся. Ищите на верхних этажах, я начну с нижних. Так, песик, пошли, пошли, быстрее, 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 быстрее. Вот умеет же он, блин, пропадать в самый неподходящий момент. Так, ищем, давайте. Давайте проверяем все этажи, все этажи. Ну, и вы там снизу проверьте, так, кинозал. Его тут нет. Мог бы сериальчики посмотреть, так бы его быстрее нашли. Так, я бегу дальше. Посмотрите на кухне. Так, в сауне, может, плескается? Нет. Что? Потоп? Какой? Как потоп? Дед, ёкалмэ, уснул, старый хрен! Так, так, так. Дед, блин, вставай, вставай, ты хрыч старый! Пердун, блин! Так, дети, губки, губки несем, губки! Так, закрываю, закрываю, закрываю кран! Быстрее, губки там, тряпки, подушки! Давайте что-нибудь, чтобы вытирать можно было! Давай, быстрее! Вот, молодцы! Так, все, все, все! Вот так, смачиваем тряпки, забираем воду, все, выносим на улицу! Так, так, так. Ёкалмэ, мы же соседей затопим. Блин, у нас же соседей нету. О, ну и все равно от этого не легче. Быстро вниз, вниз, вниз. Со мной кто-нибудь... Что там? Спортзал, блин. Так, 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 так. Ёкалмэ, блин. Капец, прям с потолка все течет. Пипец. Так, тут тоже, тоже все, все, все. Смачиваем, смачиваем тряпки. Всю влагу впитываем, впитываем. Так, так, вот, молодцы, 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 красавчики. Так, блин, ну все, паркет придется поменять. Капец, где этот старый пердун? Дедушка! Дед, иди сюда! Где он там? Ты... Ты чё спишь-то дальше? Ты... Эй! Вставай давай! Дед! Чего надо? Ты нам всю кухню испортил и спортзал. Ты какого фига заснул тут на кухне и краны выкрутил все? Дед, блин. Это мы офигели? Так ты сам попросил, блин. Дед, как ты бесишь, слушай. Ладно, так. Блин, иди к себе с кухни, иди отсюда. Иди к себе там спи. Все, давай, пошел отсюда. Блин, так, блин, 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 блин. Ой, ёкалмэ, ну все, паркет спузырился, блин, так, несите бревна, сейчас будем менять паркет, и утюг, утюг еще и несите. Ну да, дедуля, блин. Ой, ёкалмэ, пригласил родственника на свою голову. Капец, ребята, полдня провозились, вот те и выходные, отдохнули, блин. Но зато пол поменяли полностью, целиком. Ну, почти как новенькие, почти как новенькие. Ладно, все, детишки, пойдемте, пойдемте. Надо маленько отдохнуть. Мы заслужили, в конце концов.
Ой, ё-моё. Ну, наверное, я зря наорал все-таки. Сам виноват. Старого человека оставил одного в доме. Ну, блин, он тоже дает, блин. Нашел где спать. Так, давайте как-нибудь найдем способ, чтобы дед в наших глазах, типа, реабилитировался. А то он сейчас будет сейчас чувствовать виноватым. Сейчас. Что-нибудь придумаю. Так, где он там? Дедуля? Дед? Ой, с собачками играешь? Слушай, прости, пожалуйста, я на тебя маленько голос повысил. Ну, блин, сам понимаешь, пришлось потолок весь менять в спортзале и пол на кухне. Можешь нам, пожалуйста, помочь? Мы пока погуляем. Дед, ну что ты дуешься? Дедуля. Дедушка, мы тебя все равно любим. Дед, посиди, пожалуйста, в магазинчике, ладно? Посторожи его, хорошо? Можешь собачек туда взять. Только маленьких, только Рекс без обид, только с щенков. Ну пойдем, дед, пойдем. Ё-моё. Ты, если нам не поможешь, ты представишь, как ты будешь, типа, в глазах внуков выглядеть, а? Точнее, правнуков. Они тебя будут считать за какого-то маразматика. Иди и, как бы, реабилитируйся. Ну пойдем. Покажи, что ты еще на что-то способен. Пойдем. Так, детишки, давайте поможем нашему дедушке обустроиться в магазинчике. Дед, иди сюда. Смотри, вот у нас магазин, то есть вот мы тут продаем чай, всякие печеньки. Все, тогда, получается, раз ты на месте, мы открываем для посетителей его. Вот будет заходить покупатели, смотри, просто предлагаешь им чай, всякие там рулеты, печеньки. И, значит, когда они согласны купить, пробиваешь все по кассе. Дед, ну хорош ты, блин. Давай посражайся сейчас на кассе. Все, посражайся в торговле. Ну да, выручишь наш пока что. Вот, пробиваешь им чек по кассе, все, забираешь выручку и сиди дальше, отдыхай, пока новый покупатель не зайдет. Все просто, все элементарно. Дети, ну а мы пойдемте пока пошалим на улице, пойдемте. Папе тоже надо маленько растряхнуть свои чресла. Все, погнали. Погнали. Так, варежки взяли? А, пофиг, у нас же есть банька, в баньке парилки. Отпаримся, если что, если замерзнем. Все, так, дверь закрываем, блин. Вы же не в лифте родились. Все, ну-ка. Давайте, у меня есть два снежка, а у вас, я надеюсь, побольше будет. Давайте, кто первый попадет в папу, тот будет первый кататься на Тесле Кибертраке, когда мы его заберем. Ай, блин, кто такой меткий? Так, блин, вот на свою голову поставил мы цель. Ай-яй-яй-яй, все, там места не хватит больше. Так, я сейчас застреливаться буду. Блин, какие они меткие. Не попадали. Опа. Опа! А, попал! Отлично! Да, ай, блин! Так. Ну-ка, стоп. Ну, подожди. Я так не играю. Я все против одного, нечестно. Стоп, все, брейк. Тихо. Так, давайте мальчики против девочек. Вот, так будет честнее. А чтобы было вообще честно, я буду на стороне девочек. Все, поняли? Так, Наташка, давай. Будешь со мной и со Светой. Эй, стой, подожди, ты сейчас угробишь кого-нибудь. Ты же самая сильная у нас здесь. Стойте, сначала расходимся. Так, парни, вы будете защищать крепость. Ваша крепость — это то, что осталось от ларька, понимаете? Вот, то, что осталось от ларька, это ваша крепость. А мы, налетчики, мы должны эту крепость захватить. И, короче, если кто... И сюда идемте, пацаны. Вот, залазьте на крепость, залазьте. Так, как мы залезьте? И вот если вы падаете с этой крепости, то получается вы проиграли. То есть вы выбываете. Снежков нет? Ну накопайте им снежков. У кого снежки есть, дайте пацанам. Все. Поставьте где-нибудь здесь блок, чтобы вы не смогли залезть обратно. Нет? Ай. Так, у меня тоже нету. Ну, пофиг. Будем типа на честное слово играть. Все, залезли? Наташка! Ты девочка, ты не пацан. Так, все, давайте. Снежки есть у вас? Снежки есть? Кости есть? Нету? Блин, девчонки, дайте им снежков. Пацаны какие-то вообще не самостоятельные. Наташа, отсыпь брату снежков. Ну побольше дай. Ну дайте побольше им снежков. Вот, молодцы. Все, красавцы. Погнали. Все, пацаны, залезайте. Сейчас мы пойдем в атаку. Света, дай мне тоже снежков, пожалуйста. Пожалуйста. Во. Спасибо. Бать, там можно побольше снежков. 8 снежков, так мало. Ладно. Все, короче, смотрите. Хитрый план. Я обхожу их справа, а вы их атакуете в тыл, понятно? Все, давайте, погнали. Так. Сейчас. Опа, сейчас вот это вот сшибем.
Опа! Блин, попал. А, все, все, минус два, и Егорка остался последний. Так, 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 ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, все, девчонки, все, мы победили, захватили эту крепость замечательную. Ну ладно, ладно, пойдемте, пойдемте, пойдемте. Все, надо уже отогреваться, я думаю, мы наигрались. Получается, что победители это девчонки и папа Нюкем. Все, вы получаете по самому сладкому рулету. Все, пойдемте, так. Чем-то пахнет. Вы чувствуете? Какой-то запах странный. Так, никто не... Хотя, кто тут будет курить, если вы все со мной были? Так, что, какой-то бомж, что ли, залез? Бомж-курильщик? Ёкаламане, чё ты... Пипец, нет, ёкаламане, вставай! Ой, без сознания. Ай-яй-яй-яй-яй! Так-так-так-так, где вода у нас? Где вода? Блин, вылети на меня в воду, пожалуйста! Идите, спасите! Ай-яй, водичка! Водичка, ну-ну! Пошли, пошли, дедуля, пошли, пошли, давай, 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 молодец, еще, еще, давай, еще пару шажочков, пожарные, пожар, быстрее, быстрее, там магазинчик наш горит, давай, дед, да быстрее, давай, все, 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 пожарные, ну спасайте наш магазин, ёкаламане, блин, наш бизнес, дедушка, ну как ты мог, дед, блин, старый пердун, ну ты за все ответишь, ух. Спасибо вам большое, спасибо большое, вы нас просто спасли. Вот вам домашние картошечки. Ой, если бы не вы. Спасибо большое. Все, до свидания, до свидания. Ну, дед, ну капец. Повезло тебе, что пожарные быстро приехали. А то бы мы тебя не простили. Ёкаламане. И вот, пожалуйста, наш бизнес, блин, весь прогорел. Ладно, ничего, главное, чтобы помещение цело, даже окна не лопнули. Я думаю, восстановим, восстановим. Да, детишки, восстановим ведь? Ну, ну, давайте, типа, позитивный настрой. Так, Петя, ты чё грубишь деду? Дед, слушай. Ну, ты чё-то вообще косячишь жестко, очень жестко. Я опять, конечно, на тебя наорал, мне стыдно, извини, но, блин, как так можно было опять уснуть на месте? Да тут же вообще, ну ничего, чё, как тут загорелось-то, я не понимаю. Какая нафиг барабашка? Так, ладно, все, магазин, получается, закрыт. На обед, на техническое обслуживание. Пойдемте, пойдемте. Так, дед, знаешь что? Давай-ка от греха подальше. Пока мы от чешь терпения не переполнилось, пойдем-ка ты будешь у себя там сидеть тихонечко. Дед, за мной, дед. Сюда. Вот, смотри, вот у тебя этаж нормальный. Что тут, куролесишь тут какие-то, я не понимаю, приблуды ставишь, но и пофиг. Главное, что тут голые стены. Ну не при детях же, а? Слезь! Дед, ну даешь. Вот тут сиди, ладно, пожалуйста. Только тут ничего не испорти, ладно? Просто лежи, отдыхай. Лежи, отдыхай, хорошо? Как до весны досидишь, там уж и поедешь свой дом устанавливать. Все, давай. Просто я тебя прошу, ничего не трогать лишнего, ладно? Давай, дед. Петя, ёкалам. Пойдем. Все. Пойдемте, детишки. Нам надо магазин как-то восстанавливать. А то, блин, это был наш, типа, основной источник дохода, между прочим. Да, целые сутки прошли, и прикиньте, всего за сутки мы, детишки, почти восстановили полностью наш магазинчик. Вот это талантливые дети. В общем, ребята, дети, это круто, всем советую. А вот дедушки не всегда оказываются такими полезными, какими их принято считать. Но хотя бы он сейчас ничего больше не натворил. Так, ну чего, давайте. Надо восстановить тут все до конца. Получается, витрины поставить. Так, что-то еще. Комп уже стоит. Так, так, надо будет дверь заменить. Так, слушайте. Петь, сбегай там, деда проведай, ладно? Что-то он больно тихий какое-то в последнее время. Может, там плач сидит, обиделся, может. Только осторожно смотри. Так, все, так. Ой! Что? Что это было? Что это было? Ёкаламане, дед, что... Петя, Петя! Что? Капец, блин! Дед, дед! Ты что натворил? Дед, ёперный театр! Ай-яй-яй! Петя, Петя, в котел! Прыгай, Петя, в котел! Быстрее, в котел! В котел! Вот сюда! Ой! Фух! Так, отойди, ёкаламане! Егор, ты что, 10 жизней, что ли? В котел, котел!
Да, блин, дети в котел, быстрее прыгайте в котел! Да не все сразу, вот там еще один есть! Отойдите, отойдите! Где ты, придурок, что ли? Ты надоел уже мне все портить! Ты нас не подорвал чуть! Чего ты тут опять устроил? О, дед! А ну-ка встал быстро! Встал быстро, я тебе сказал! Встал с постели! Ты старый! Старый алкаш, блин, надоел! Иди отсюда! А что ты там мешал? Встал, я тебе сказал! Пошел отсюда! Пошел, давай, ты надоел уже, все! Мое терпение кончилось! Ты моих детей чуть не сжег! Во, Наташка до сих пор сидит! Ручки нормально, не обожгла? О, хорошо, хоть свитер такой толстый. Пошел, я тебе сказал! Вот так вот говорю со старым, который взрывает мне дом. Пошел давай, вали отсюда. Надоел ты нам. Пошел давай, пока дом весь не разрушил. Иди отсюда. Где он там? Куда он? В туалет, что ли, спрятался? Где он? Блин, куда он делся? Все, проваливай, проваливай давай. Все, тебе тут больше не рады. Давай, вали отсюда. Я сказал, вали. Чего уставился? Проваливай давай. Не нужен ты нам больше, такой подрывник, блин. Где террорист? Не было у тебя никаких вещей, ты ко мне без всего пришел. На, вон тебе. 5000, за то спасибо скажи. Все, уходи отсюда. Уходи, на такси тебе хватит. Так, дайте ему, не знаю, там что-нибудь покушать. Вот, картошки держи, блин. Это нам такие деды не нужны. Подрывники, блин. А тебя одни проблемы, блин. Не можешь себя нормально вести. Даже денек не смог продержаться. Позор, короче. Иди, иди, проваливай отсюда, не хочу тебя больше видеть. Давай, чё встал, вали отсюда. Всё, дети, идемте. Света, Света, бить нельзя, только папа может. Всё, я-то предатель, это ты, блин, террорист, долбанный. Идемте. Ещё теперь второй этаж восстанавливать. Я надеюсь, там перекрытие, не пострадали. Куда ты там пошел? Ай, хрен с ним, всё. Идемте. Так, надо там магазин закрыть, чтобы не пробрался. Сейчас... Все, закрыл. И замки сменить. Долбанный дед. Все, дети, пошли посмотрим, какой там ущерб у нас у второго этажа. Ёкало умное, чуть собак не угробил. А если бы все это обрушилось на нас? Долбанный, блин, алхимик сраный. Ой, ёкало умное, блин, аж пробил пол. Так, это все дымится до сих пор. Все, сносим это, сносим. Так. И солому тоже провоняло, небось. Света, снеси солому. Все это надо будет, короче, очистить. Ну, дети, блин. Я понимаю, что кто-то из вас может быть на меня сейчас злой, типа, как я смог так со своим дедушкой поступить. Но вы сами видели, сколько у него проблем, блин. Одни разрушения, да не знаю, уничтожения всего моего имущества. Ну, нельзя таким быть. Так, и трусы свои забыл. Ой, в общем, я не знаю, конечно. Давайте пишите свое мнение в комментариях. Я, как обычно, без него не могу. Но я думаю, без деда этого станет нам жить спокойнее. Во всяком случае, я его к себе не приглашал. Не знаю, денег я ему дал, может, не пропадет. Все, с вами был Нюкем. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.